Привет. Меня зовут Филипп Бартоломью Джонсон, но для вас просто Фил. Производство Blacklight Productions. Ага, первая жертва. Эй, ты какого творишь, мужик? Какого меня палишь, говнюк? Это вроде Slayer, я думал в этом суть игры. Так ты не прав, Питер. Никто не рубится на этой карте. Это глупо. Извини, я не понимаю. Покой, мне сейчас некогда. Эй, Молли, давай подтягивайся сюда и объясни этому чудили, чем именно мы тут заняты. Приветствую, я рад встрече с тобой, незнакомец. Новичкам всегда рады в онлайновом мире мультиплеера Halo 3. Спасибо, мужик, взаимно. Олли, растолкуй этому гомосеку, что мы тут делаем. О, видишь ли, приятель, кое о чем тебе нужно знать. Это одна из тех карт с низкими стенами, где есть Spartan Laser. Да, но я все равно не догоняю. Эта карта — единственное место, где можно заработать очень сложное достижение. Двойное убийство одним выстрелом из Spartan Лазера. Достижение? Ты издеваешься, да? Серьезно? Ты не знаешь? Простите, я только сегодня игру купил. Короче, в каждой игре на Xbox 360 есть набор достижений, которых можно достичь, выполняя сложные действия в игре. И так случилось, что ряд достижений в Halo 3 можно заработать только в онлайне на свободной карте. Но в чем смысл-то, нафига? Зачем вам эти достижения? Это самое бесценное и престижное из того, что только можно получить от онлайн-игры. То, о чем можно только мечтать. Кусочек тела Кортаны! Чувак, ты слыхал об этом парне из команды Big Team Social? Он достиг совершенства. Подобно неб***ному локомотиву, его было не остановить. Он надругивался над врагами налево и направо. Всемогущая катана была за его спиной, как маяк, как самая яркая из звезд. Он даже не спал целых 2 недели подряд, чтобы достичь немыслимого. Он потерял свою работу, свою девушку, свой дом, одежду, свои руки. Даже руки? Ты серьезно? Да, ходили слухи, что ему пришлось играть гениталиями. Он научился яйцами нажимать влево. Блин, это отвратительно. Да неважно, соль в том, что он пожертвовал собой, чтобы получить все эти достижения. И он сделал это, наконец-то сделал! О, великая катана, каким же славным он был! Короче, он пожертвовал всем, включая личную жизнь, чтобы заполучить нечто в онлайне, на что всем, в общем-то, плевать. Твоими устами это как-то неэпично звучит, чувак. Ну, он потратил столько времени на достижения, где же он теперь? Он ушел. О боже, извините, я не понял. Извините, в смысле, простите. Что ты там пи***ешь, тихаря, чувак? Он просто оставил наш клан ради лучшего, вот и все. Ходят слухи, что теперь он играет с генералами. Настоящими генералами. Генералами. Короче, у нас нет времени на все это. Так, я добавлю тебя в друзья, мы все тебе потом объясним. Теперь иди туда и встань перед Уолли. Окей. Вот так? Отлично. Черт возьми, на русский язык перевела Александра Кост. Текст читали Ярослав Шалашов, Максим Кулаков и Александр Седых. Специально для Stop Game.ru.